Всем привет, дорогие друзья! Сегодня... Ой, 20 заряд осталось. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать игру «Приемная дочь». Вот эту вот точку. Ну, тут давайте приемная. Так, дети, посидите пока здесь. Сосочка. Девай. Сейчас пойду. О, Софа. Передаю тебе приветик. Софа. Она написала мне круто. Так, еще хочу. Софа, это новое видео. Так. Умерла. Так. Да что такое? Где ребенок? Я его нигде не видела. Так. О май год! Давайте вот так вот буду убирать. Так, я лучше зайду вот сюда. Это что такое? Кто это сделал? Срочно в больницу! Угу. Так, кстати, тут можно использовать эмоции. Как вы? Да блин, сейчас простите. Ты, по-моему, сквоб-то. Так, надо быстренько вот это все. А где карточка? Ребята, а где карточка? Она здесь. Быстро. Все, надо выезжать, быстрее. Сейчас подождите, ребята. Мне надо рутить скоро. Сейчас подождите. Меня не будет надолго. Извиняюсь. Так, надо быстрее бежать. Быстро. Правильно, да. Так. Да, господи. Ой. Надо будет мне потом стихи купить. Рабочий и удобный. Ай, ладно, пальцем буду играть. Так.
Быстро. Так, 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 так. Скорее всего, это что-то с экраном. Так, так, так. Все, я... Быстрее ехать. Так, 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 так. Быстренько. Так, ребята, я ненадолго отойду. Короче, вы поняли. Так, едем быстренько. Тут хотя бы заставка быстрее. Там я и хожу из локации. Из локации, то есть! Здесь память очень хорошо. Что-то я на телефоне снимаю на втором. Так. Так. Надо бы ее вот так. Добрый день, у моей доченька кто-то пробралась в сейф. В сейф? В сейф, что ли? Да. Вот она. Ну, господи, бедная девочка. Не переживайте, я ее вылечу. Я ее вылечу. Я согласна, я думаю, что вы ее вылечите. Я вас жду в палате. Окей. Как же это у нас такой девочкой случилось, господи. Так, надо идти. Вот так, переодеть эту девочку маленькую. Так, где тут у нас бутылочка? Не бутылочка, а вот эту. Как это понять-то? Так, вот это вот так, потому что я постоянно иду на другие стороны, потому что мне как-то неудобно. Так, еще надо. Ой, доктор, ты что? Тебе надо работать. Это сюда. Так, давай уже, малыш, таскивай тупую соску. Ой, в общем, ты человек. Так, вот это ей надо еще одеть. Все, надо идти. Да блин! Я не туда нашла! Господи! Господи! Ребята. Ребята. Это что такое? Где дети? Я не понял. Подождите. Едем на третий этаж. Что это такое? Опять заранее пропал! Мне это бесит, когда вот это вот все пропадает. Ну давайте тогда представим, что вот этот заболел у меня, потому что меня это бесит, когда мой любимый малыш пропадает, а меня это совершенно бесит. Заранее мой любимый малыш. Что за день сегодня? Опять пропал, опять надо весь мир перезагружать. Меня это просто раздражает. Почему именно вот этот малыш? Расскажите, пожалуйста. Ребят. Что это? Что происходит? Подождите.
Ну, не знаю даже. Ребята, это какая-то жесть происходит. Где все дети? Когда я спускаюсь на второй этаж, их уже нету. Что происходит? Давайте выйдем из игры и зайдем. Ну, не знаю, что даже. Это реально несправедливо. Давайте выйдем и зайдем в ту кубоку. Ждите, выйдем. Я выхожу из мида, потому что это нечестно. Заходим в ту кубоку. Я не буду показывать. Чтобы ничего не знали. Вот. Вот так вот я всегда делаю, когда меня раздражает это. Когда я играла, все же было нормально. Это... О! Кстати, тут есть... Как это убрать-то? Так мало вы чё? Это несправедливо! Смотрите, не солнечный луч. Вот. А что, так можно было? О, давайте в магазинчик поиграем. Так. Вот. Лечение животных. Чуть не заходишь. Подождите, ребят. Мне надо за зарядку сбегать. Сейчас, подождите. Я быстренько всего вас. Ребятушки, я здесь. Он выключился, господи. Чего? Ребята, мой телефон сломался. Так, добавлено. Тихо. Пушистик, жди меня здесь. Обожаю, когда я лечу животных в токи-боки. Как раз у меня уже заставка загрузилась. Господи. Уже это быстро садится. Вот. Добрый день. Чё у вас тут? Животное, что ли, заболело? Да.